А нахуй своим пивиском, да? Да. Я своим мимо, блядь, там 20 человек. Там тысячи, блядь, мимо проходит. 20 человек, она хуя, блядь, рассказывает. Так, ну а что эти комментарии не переворачиваются? Как комментарии теперь читать? Они не переворачиваются. Не, ну не канает, они канают штука. Клоков все может. Научись. А, ну вот, говорят, никак вот. Никак, только вишневый сок. Вишневый сок, да. В бокале специально. Ты специально на Димона наставил? Отписываются. Бим-бим-бим-бим. Розовые сердца пошли. Розовые, да? Девочка. А вот чем они отличаются или нет? Вот come back to винишко. Say hello, hello. Вишневый сок. А читать комменты же? Не записывай. Вишневый пробей. Зарабатываю с Ютуба $60 в месяц. 60-80. А ты налоги платишь? Не ври, налоги Дима. Заплатил, говорим, ты хочешь что-то? За прошлые два месяца мы получили $93. Хорошо, заплатил 60 тысяч. И осталось 130. Славик Ригерт сразу согласился ехать. Налоги, молодец, и прям вообще красавец. Ригерт красавец, знаешь? Я не знаю. Сколиозом, тяжелой атлетикой заниматься. Димон, тяжелой атлетикой и сколиозом можно заниматься? Я же занимаюсь. И Шанькин Старпер, говорит, занимается. Сколиозник, блядь. Ригерт. Дрыж сколиозник. Дрыж сколиозник, блядь. Настак на себя тоже. Да все там нормально, все там видно. Шанькин, что там? Как Лапшин там? Готовится Лапшин к чему? Лапшин ничего готовится. Ты его сегодня видел, пожалуй, да? Пожалуй, на весну был сегодня, да, тусовал. Дагестан. Ну на Симкин все. Дагестан, уже с переломной нет. Ногой все равно идет на тренировку. А Симкин не хромает даже? Да. Поверните камеру на женщин. Женщины они смотрят. Сидят, смотрятся давай, через переводим, свой... Переводим. Переводим и здесь. Опа. Девочки. Всем привет! Смотри, а мы будем смотреть вас. Нет! Ну, задавайте нам вопросы, мы тоже ответим вам. Они тоже видят эти комментарии? Привет, привет! Да не холодно! Всем большой-большой привет, и мы ждем вас на тайских каникулах. Смотрите на других женщин, нормально? Кстати, мы же не только что мы вдвоем будем на тайских каникулах, правильно? Мальчики, вы нас перебиваете. Сколько жмешь? Я жму. О, я столько могу выжить. Выжить? Выжить у коровы. А мы лайк вам ставить. Ну, с моего телефона лайки смотрю. Да. Нам. Ну, ладно. Ну, ребят, давайте мы не будем вас... Красавица, жена, спасибо. Спасибо вам большое за приятные слова. Мы две подружки, да. Кстати, на тайские каникулы с нами вместе едет Маша Кузьмина. У вас кипяченая вода где? Где? Гутунабн. Даже Кузьмина с нами же едет, да? А потом с нами едет жена Шпака. Вода мы ее не знаем пока еще, честно. И едет Ксюха Гусева. И я думаю, что еще пару девочек к нам прибавится на тайские каникулы. Да? Или вы... Ну, как я выяснила, они же просто живут, да, Ксюха живет тоже в отеле. Ты просто просматриваешь. Дочка занимается теннисом, да? Очень нравится. Меня слышно? Друзья, guten Abend. Так. Кузьмина, привет. И сам Гусев. Я не успеваю читать. Сам Гусев с вами проговорил позже. Очень жалко, да, Андрюшка с Аришкой с нами не едут на эту поездку, но мы думаем, что в следующий раз обязательно будем все Шпака же, да, есть, да. И уже не это какая третья? Я не знаю. Я вообще не знаю, кто такой Шпак, я не знаю, кто его жена. Я надеюсь, что мы все познакомимся там и будем все вместе дружить именно, ну, как бы, ну, не будет каких-то конфликтных ситуаций. Я понимаю, там кто-то ногти красит, кто-то грудь вставляет. Ну, не важно. Ты о чем вообще? Я пытаюсь комменты читать и отвечать. Я просто вообще не знаю. Маша по-своему тоже не знаю. Да. Да, Маша едет. А наш пока мужик? Да. Нет, не мужик, она женщина. Там проверим. Какая третья, да? Четвертая? Третья. Третья, дом да? Два будет, да ладно. Моя вяза. Кураж. Вижу. Дом два будет. Вижу. Ну, я такой не возьму с собой. Что Тима, скажете, Тимати. Тимати? Ну, он был молодой. Тимати с нами не согласен поехать в эту поездку. Может быть, Джиган подвалит к нам. Прыгунов с семьей будет позже. Да, они уже запланировали поездку Прыгунова. Они поедут гораздо позже и на месяц туда. Просто одна фотография 80 тысяч рублей. Тимати, нужно Маша с... Нет, сарамаша. Блин, я не успеваю. Как это сделать помедленнее? Слушай, для меня это вообще интернет и всякое такое, это вообще что-то нечто. Блин, я не успеваю. Я тоже.
поменяться, если не говорить. Миронов будет? Миронов, да, будет, конечно, там. Да, Миронов, Серега Шпак тоже будет. Шпак, да. Сзади. Пейсентру. Слушай, интересно. Путина берите с собой. Ну, если поедет, возьмем, конечно, компанию. Пусть не портит. Ребята, приезжайте все к нам в Таиланд. Да? На самом деле, приезжайте все к нам в Таиланд, и мы будем отдыхать все вместе на пляже тренироваться. Платье готовы у вас на Новый год? Кстати, девочек. Мои тоже опять готовится, а она взяла модель мою для себя. Нет, неправда, у меня другого платья. Ладно, хорошо. Нет, ну, так, а когда да. сына родится, стране нужен, да, попозже. Век хороший, что там был, Оксана? Я вообще... Сами ждем уже. Уже ждем, не дождемся. Да, еще немножечко осталось, и люди поедут. Ой, кстати, а я нашила же эту одежду себе от Головиной. Она мне красивую... два спортивных костюма шила на поездку. Красивую голову. Красивый. Борода будет. Борода будет, будет. Будет борода. А какой борода? Это Серега. Дима, что вы сделали с ним? Да, рядом Дима. Какой Дима? Мы сейчас их вам покажем. Вот. Меняем с телефона. Меняем с телефона. Ты сколько раз в неделю занимаешься? Я два. Не, я каждый день занимаюсь. А я сегодня три тренировки делал. Григорий спрашивает, полчаса плавания и сегодня еще приседания. Скидка на винер когда будет, спрашивают. Не успеваю. Григорий нарулит всем. Рождественские скидки должны быть. У Ишанькина дома, где же вы? Адресок скиньте. Он, по-моему, уже во всех видео есть наш адрес. Не-не-не. Почему из вражеской Литвы? Почему вражеская? Самое хорошее. Что за настрой? Кто там пишет? Не очень красивые головы. Передаем телефон обратно. Да у вас вообще как-то не особо... Нет, смотри, не успеваем. В Ирландии собирайтесь в семинар. В Ирландию нет, не было пока еще. Был в Ирландии, но... Шпак дома, в Питере. Ребят, на тайских каникулах я всех подключу к перископу, и каждый вечер каждый будет выходить со своего перископа. Ну или, например, час на мой перископ, час на другой перископ, час на третий. То есть я хочу, чтобы вечером такой был лайв. Чтобы все поржали. Ну, чтобы мне вот так вот можно было комментарии... Мы не успеем прочитать. Не, ну, например, смотри, мы например, сидим полчаса с моего перископа, потом сидим с твоего перископа, потом нет, у нас со Шпака перископа. У меня нет перископа. Не будет, да, надо получается. Мне завести перископ, братва. Ребят, скажите, пожалуйста, действительно, нужно ли заводить перископ? Мы сейчас, собственно, из-за этого и вышли. Я решил просто показать Ишанькинам, что такое перископ. Нужно им перископ или не нужно? Надо. Да, нет, да, можно, заводи. Да. Что за вопросы? Нужно, да, конечно. Ильин молодец. Музыку включи. Да, Ильин вообще молодец. Кто? Ильин. Ильин? А кто это? Куда сказать? Ишанькина знает только Качков, блин. Не гимнаст. Обязательно нужен. Я Качков, да, я знаю гимнастов. Гараж Ишанькина нужен кому-нибудь? И Порш у Ишанькина никто не хочет купить. Ишанькина Порш продает, ребят. С логотипом MyFF Fitness. Биатлон смотрим, танковый. Продам козу. Гитару пусть возьмет. В Таиланд Ригерт возьмет гитару и баян. Ригер, да, Ригер Стаганога обещал привезти баян и гитару. Тим Клопов. Ставим Порш, да, продаем Порш. Делаем шашлыки. Хотим тренажеры купить новые. Димон, вы с Григориной классные. Собака. Клокова собака Елена. А дочь звал ты дочь это, Вадим? Дочь? Нет, я с ним пока еще не знаком. Я у него взял интервью. Ребята, да? Вы задайте вопросы у ребят, что бы они хотели. Там и так вопросы задают. Пусть папа берет. Вот у нас сейчас впереди есть... Кто придумал название Team Winner? На самом деле, Winner это наш бренд с Григориной, ну а Team это как Ешанькин Team. Ну, как бы, приставка. Да, просто команда, да. Как Ишанькин Тим, только нормально. Только запатентованная. Элина, это что, шахматист? Ксюха, это тебе вопрос задали. Какой? Элина, это шахматист? Я считаю, что это тяжелый атлет. Подписан на мой канал. А когда у меня канал был зарегистрирован? С какого года вы подписаны? Мне самому даже интересно, я не помню. Доча принесет тебе много дизлайков на канал. Думаете, что Доча принес бы больше дизлайков, чем принесет на канал Шпак?
На самом деле дизлайки и лайки не особо важны. Вот на них внимания не обращают вообще блогеры. Ну так как не обращают? Конечно, не особо приятно, когда тебе... Когда тебя превращают в Серёжу Симонова. Но не особо это принципиально, на самом деле. А кто это Симонов? Симонов, да, есть такой блогер один, я посмотрел. Я, между прочим, Дмитрий, знаю, что у Шварценеггера кумир – это Юрий Власов. Молодец, Ксюха. Да, а Власов – это тяжелый атлет. А Шварценеггер – это бодибилдер. Бадюка любили сегодня, все нормально. Бадюка сегодня видели, да, на мероприятии. Шнура звали. Шнура, Шнура сколько приседал? Один. Шнур один. А у кого рекорд Жемелёжа? У кого рекорд Жемелёжа? У Ешанькина или у меня? Не, ну мы сравнили. У меня 230. Да, ну как-то на Жемелёжа подписан. Димон, зачем на Дневник Хача подписан? Кто подписан? Я подписан? Не, я не подписан на Дневник Хача. Ну я его смотрю. Да? Прикольно, что, мне нравится. А кто это? Слушайте, ребята, у меня вообще нет времени смотреть интернет. Какой-то там... Дневник Хача, норм тема. Там есть. Ловче донесет свой результат до Рива. А почему нет-то? На каждый донесет. И столько работает. Сперва хотел стать штангистом, но у него не получилось, поэтому стал... Симону. Ешанькин тоже сначала, наверное, хотел быть штангистом. Хотел, да. Хотел, да? Потому что у меня коленки болели. Не, ну для, для качка он соточку неплохо сделал. На грудь толчок и оверхед. Да какой он качок-то, ребят, подождите. Вот что-то путаете. Это совершенно не качок. Он просто, ну, дрищ, не, нет. Причем престарелый. Бонифаций, бонифаций, что значит? Симонова бой смотрел. Да, я смотрел, честно скажу. Как мне интересно было. Да есть видеоблогер один. А что он делает? Да просто, так, я не знаю, ну всякую, не скажу, что всякую ерунду снимает. Разные снимает. Мне интересно смотреть. Угораешь с Хача, да, мне прикольно. Ну, знаете, это такой русский сериал «Друзья». Нормально они, красавцы. Ребят с юмором. Вот такой, есть юмор адекватный. Вот мне нравится, что у них адекватный юмор. Может, слегка наигранный, но... Вот, но мне все равно нравится. Симонов чёрт. Макгрегор молодец, да. Сериал за деньги. Быстрый, сейчас а лайки Симонов попробуем. А чё про крайнюю песню Кокляева, что он пел? Вот все спрашивают, что за песня Кокляева какая-то крайняя. Кто крайняя песня. Что за крайняя песня? Крайняя. Напойте песню. Крайняя. Слова это голубы пели. Как относитесь к нам, к украинцам? Крайняя. Как? Отлично. Крайняя. Мы все с одной планеты. Мы очень дружны. Спорт никогда не разделяет людей. Совершенно. Мы все вместе. Ксюха любит сало. У нее вообще папа в Одессе живет. У тебя сало есть в холодильнике? Есть. Принеси. Да ладно. Да, есть. Дал, одарил. Все на сушке, какое сало? Какое сало? Так а сало есть... можно? Оно заморозилось. Голубу возьмите в тай. Голуба сказал, что у него ответственная подготовка сейчас. Голуба сказал, что я боится поехать на шпагу. Да нахуй, в тай, блядь, нахуй, ты чьи? Край, крайний, блядь. Кокляев все поет. Я думаю, что с Таиланда много будет песен от Кокляева и от Триггерта. Они хорошо в дуэте работают. Края крайние. Давайте о помощи попросим, что, ребята, есть же какие-то конкурсы, которые бы они хотели бы видеть? Тогда вот, или что бы они хотели бы увидеть? Да сейчас тебе напишут конкурсы, охренеешь потом, удовлетворять. Удовлетворять запаришься, я тебе говорю, там такие извращенцы сидят. Не, ну просто хотя бы мысли какие-то еще. Почему Борисова не взяли в Тай? Звали мы Борисова тоже, он уже купил себе билет чуть-чуть позже. Я с ним лично общался на эту тему. И Ксюха общалась, звонила ему прямо. Да, да. Кто он... такой Риггерт? Риггерт, ну, это сын, сын одного из самых известных тяжелоатлетов советских. Стриптизер, наверное. Хорошо, уедет на работу. Мы ждем ваших сюрпризов, Диму. Ну, так расскажи, кто такой Риггерт-то? Риггерт от сына отца. Сын отца вам написали. Риггерт красавчик был, типа его ну, качки все считали, что он эталон. Так но он... потом он, по-моему, где-то сказал, что качки эти заебали, блядь, уроды. Нет, да на самом деле сначала был Власов, вот, потом Власова как бы влагал, потом Власова потом, да, сменил Риггерт. Сын Давида Риггерта, вот правильно, хорошо, хоть кто знает. На самом деле, самые, мне кажется, полезные видео были именно на моем канале. Когда мы с Владом Риггертом снимали. Кашир надо было взять. Зачем? 190 толкнуть у бассейна? Где ваш? У бассейна, в бассейне.
Сколько стоит абонемент в Клок? В Тай, бля. Позовите Хача в Тай. Я думаю, что он бы не поехал. Зачем Каширину? Вот я думаю, зачем Каширину? Пусть к Олимпиаде готовится. Надо близко смотреть. Оплатите дорогу. Коллаген, хондроитин, глюкозамин. Что? Для связок. В ринге не ходить, себя попробовать. Так, Дима, в ринге? Надо умничать. Там написано. Давайте советы. Не, я думаю, что прикольно будет подраться с кем-нибудь там. Димон, расскажи про фармакологию в тяжелой атлетике. Я вообще не в курсе. Это вопросы к Клокову. И Жанька сказала... Там бинты. Слушай, Димон, мы недавно увидели фото, где ты в магнезии смазал все свое лицо. Да я прикалывался. У меня с обед был ланч. Я решил. У меня просто жирная кожа. Хап-хас, пасакуканная. Подсушивает. Прыщики появились. Как... С тайскими легковесами, бля, ноги сломают. Ири. Ири, ребята, это мой косяк, ребята, мой косяк. Я написал, да. Я очень сфокусировался на его фамилии и расслабился на его имени. Смотри, не расслабляйся. Смотри, шлемы, большие перчатки, можно просто сделать даже соревнования. Ну как, по приколу, знаешь, короткие раунды и просто всех прям поставить. Но это будет смотрибельно, мне кажется. Дима, штангетки когда будут? Блин, ребята... Кстати, Ежайки не... потерял в Рибаке штангетки. Скидка 3700. Но у меня надо найти в доме просто. Он не Ири, а Юги. А почему Юги? А почему Юги? Ну, Гэй не вговаривает. Потому что он не вговаривает. А Симкина, Симкина знаете у нас? Симкина. Только вперед. Только вперед. Только вперед. Картавый. А, Картавый. Это вы про него что? Очень ждем штангетки. Мы тоже. И Локовские. Мы тоже ждем. Да? Песню как Леву навалите. А что за песня-то? Как называется? Это сложно. А как называется песню как Леву? Как их можно будет забирать? А ты с Рыбаком договорись, пусть Клоков напишет. Да нахрен не нужны. У нас будут свои штангетки. Не, ну понятно, пока. Когда в итоге с Саней Невским будет движуха? А Саня Невский вообще в контакте с людьми, нет? Да. С русскими обычными пацанами в контакте, нет? В небесах. Посмотри это на ВКонтакте у Кокляева. Можешь посмотреть песню? Или какую-то песню? Какой твой любимый футбольный клуб? Футболист. У меня в детстве было погоняло маленький Марадонна. Почему это? Да не пишите на штангетках ДК хотя бы. А почему это мы на своих штангетках не должны писать ДК? Смотрите прикол. Как вам? Это Димон готовит обложку, да, к журналу Фитнес. Фитнес. Про еду. Отпустите спать. Про еду. Отпустите спать. Супер. Нравится. Лайк. Хамон. Отлично. Юшкевич будет ставить? А кто это? Маша? Маша. Она Юшкевич? Я не знаю, Маша почему туда слилась в последний момент. Денег, наверное, что-то нет. Она просто подумала, что у Кузьминой сиськи больше. Там на самом деле такие девочки едут с такими сиськами, ребята. Мы их хоть и не показали всех в рекламном ролике, но там будет на что посмотреть. Воеводе не понравится твоя обложка. Тогда надо морковку, бля. Сделай, кстати. Кстати, воеводу с морковкой надо на обложку. Ребят, кто про воеводу с морковкой согласен? Скрытые камеры будут. Я хочу, да, поставить одну такую хотя бы. Может, чтобы она все снимала. Блин. Может быть, даже телефон, чтобы он именно вот перископ. Слышь, а перископ на компьютере можно сделать? Перископ с компьютера можно? В спальне. А в какой спальне? Не-не-не, подожди. В какой спальне вы хотите сделать скрытую камеру? Бля, это смешно. Я не знал, что это такая ржачная штука. Шпака, короче, делаем вы у Шпака, да? Вы же, говорите, Шпака зря взяли-то, видите? А сами хотите у Шпака взять. Мне вставать. Можно, если у тебя Android. В смысле, то есть Android на этом, ну, платформа Android на компьютере, что ли, или что? А, да, про насвай. У них, говорит, так насвай называется, шпак. Ты шпака брал? Шпака, а шпакайте. Что это значит? Шпак самая популярная тема.
Да. Шпаком. Вот поэтому мы шпака и взяли, ребята. Вот, вот что вы спрашиваете? Вы сами все понимаете, ё-моё. Вот. На дне бассейна. Бассейн там есть, да, наверное? На дне бассейна. На первом... Бассейн такой же там, как и на первой вилле был. Да, больше? Миронов тоже в тему. Миронов тоже в тему, да. Миронов уже там нам лодку заказывает, помост готовит. Вот. Миронов помогает очень. Серега, не знаю, может он, если на этом... На все можно устроить нас... без андроидов. А, да? Чувствую, будет дом 2 мне. Миронов нравится всем, да? Миронов нравится. Да, я, кстати, я вчера сказал, я обалдел, что я не ожидал, что Миронов так это, что люди его так любят. Вилла другая. Вот, да, вилла другая. В другом месте. Там есть кайтсерфинг. Только в доту со шпаком не играйте. Компьютер? Ну, дота это... Ну, там как... Не, ну, дота это игра такая, но они как бы немножечко другой подтекст вкладывают в него. Юра. Расскажи про самую эффективную диету. Юра, какому? Мы хотим с Юрой... Спасокоцкий уже с нами, наверное. Нет, Спасокоцкий должен нам тренировку провести в полуамплитуде, там, посмотрим. Это Юги, Юги. Да, Юра за... Юра за шторкой. Нет, Миронова со шпаком посвятить, а Юра за шторкой. В Америку уехал. Это про Васю, наверное. Былых времен. Это, наверное, там Высоцкого, наверное, спел, да? Боеба, это что такое? Бомбу вы имеете в виду? Или Боеба. Позвоните в Маланов Тай. Позвони Малану. Первые каникулы намного дешевле вышли по деньгам. Да, даже вилла там. Сколько, Лен, вилла? Она почти 3 раза дешевле была, потому что это Паттайя была. Ну, вилла только в 3 раза дешевле была в Паттайе. И уровень вообще виллы другой сейчас. Ну, Пхукет, он сам дороже. Ладно, давай найдем. А она песня есть в Ютубе? Ребята сказали, песня есть ВКонтакте у Кокляева. ВКонтакте у меня. Пускай Юги Становую делает. А, мы с Димой хотели, чтобы Юра потренировался по штанге. Но Юра говорит, что у него плечи больные или что-то там. Колени больные. Но мы все равно его заставим штангу поднимать. Как говорит Ешанькин, Клок всех заставит штангу поднимать. Да, не отмажешься, блин. Хвата будет, да? Сделаем хват? Хват будет, да. Блин, надо по хвату. Не-не, соревнования по хвату будут, да. Я хочу сделать соревнования по хвату. Да лечит он. Вот я тоже думаю, что лечит. Посмотрим. Я его не знаю. Нет. Должен был изначально даже ехать, Пеньковского. Рома Пеньковский должен был ехать, но у него там работа у него какая-то в Америке нарисовалась. Не знаю, что он имеет в виду, но не поехал. Должен был ехать. Пояс. Миронов будет себя в тяжелой атлетике пробовать, а как нет? Конечно будет. Заставим? Заканчивать. Димон, что скажешь о гармонии роста? Он прекрасен. Димон. Понемножку. Понемножку, Димон говорит. Так что. Недолго. Недолго и понемножку. А то все станет жесткое. Силовой экстрим будет. Миш Кокляев, у нас не была мысль сделать силовой экстрим, мы ее не отбросили, но... Так же, как штангу, мы не смогли заказать оборудование на Пхукет, поэтому будем пытаться найти... Нет, штанга приедет. А. Штангу выслали 2 дня назад уже с Европы, с Англии. А силовой экстрим попытаемся на этом найти, на самом Пхукете. Я хотел эту песню... Кокляев еще на ПКТ, не знаю, ребят. Сегодня с ним общался, но про ПКТ не спрашивал. Я хотел позвонить, что-то не звонил. 20 единиц норм? Нет. 5 через день. 5 через день, Ешанькин говорит. Дима, гоу в доту. А сколько можно курсить? Со скольки можно курсить? Ну, начинается. Со скольки лет? Ну, как Локов сказал, надо мастера выполнить по штанге, а потом можно курсить. О. Я тебе всем так говорю. Да, ну, правильно, так, мне так тренер сказал. Кто твой тренер? В 5 вечера. Какой папа? У меня другой тренер. Папа мой не тренер. Делевый стероид. Вот как обычно, да? Ксюх, у тебя спрашивают, используешь ли ты стероиды? Я? Какой месте? Курсить можно с обеда.
Я подумал, если бы тестировали использовать. Ой, ужас какой. Была такая бы с членом была, и без груди. Слышь, а вот, кстати, про это, про Хинкали Battle Challenge. Помнишь, что я предложил? А, вы, про Хинкали Battle Challenge я ребятам предложил зарубиться в Таиланде и поесть эти скорпионов, вот этих тараканов. А, то есть раз, сделать да, ну какая разница, представляешь, кто быстрее больше съест? Oh, yeah. А нет. Что, он Ешанькин слился при вас прям. Не, на самом деле, это все готовится. Ешанькин на сушке говорит, это нельзя просто, ему. Вот как я профессионал в готовке, это все готовится на самом выжженном где масле. Где смотреть каникулы, где смотреть каникулы? Ребят, каникулы будут практически у всех на каналах, у всех будут на каналах выходить какие-то серии. На моем канале будет выходить каждый второй день. Первая серия выйдет 27 декабря. А Семенихин будет? Семенихин не это будет. Мне кажется, это единственный, кого я не приглашал. Я просто не особо в контакте. Ну, надо за контакт. Кокосы Battle Challenge. Кокосы в каком смысле? В прямом. Кокосики. Все. Мы это. Ты знаешь, как я на Power Pro Show пришел на семинар, там никого нет. А, да? Сейчас тоже раз. Лайки пропали, эти пропали сообщения. Это интернет позавидует. Вот она популярность. Все. Вреден ли спортпит? Спортпит? Так это наоборот только вам пользуется. Что я пью? Это вишневый протеин сам. Кокляев сожрет 2,5 килограмма скорпионов. Как вы думаете, если 2,5 килограмма скорпионов сожрать, что будет? Вы знаете, сколько это будет холестерина, потому что это все готовится только в чистом выжженном масле. Да? В выжженном масле. Ну да, какой-то. Понос будет дать. Потому какой что сильный, даже талант со своими хорошими красная лекарствами не спасет. Красный. Шпаг батл челлендж, блин. Ребята, придумайте конкурсы для девочек. Что девочки могут сделать на тачке? Шпаг будет делать конкурс, кто быстрее покрасит ногти в красный цвет. Мы не берем с собой лак. Наш шелак, который держится... На этих тайских каникулах пацаны берут красный лак. Шпаг челлендж, блядь. Шпаг рулит. Для девочек. Тверк для девочек, тверк. Сразу тверк. Что девочки могут делать? Да, не станется, когда так жопой. Мы шпака не подъебываем. Шпака подъебываете вы в комментариях. Мы со шпаком в нормальных отношениях. Я даже не знаю, кто это, честно. Мне очень хочется познакомиться с этой семьей. Хинкали пусть лупят. Лепит, наверное, или что там. Но мне вот кажется, что шпаг, вот это только визуально как-то, да, вот внешность какая-то не та. Мне кажется, что как человек и как спортсмен там, да, вот он будет доносить именно действительно истинный хороший. По поводу челленджа, что это такое по поводу челленджа? Не знаю. Шпаг будет закидывать шпаг под губу. Третий раз она спрашивает, сколько жмет. Зоя, как я без нее буду жить? Шпаг ему кому дал. Во, давайте большими буквами писать, а то так нифига не видно. Пишите большими буквами. Без Васи не айс. Девочки тоже пусть пробуют штангу. Все, не едем, Вася не едет, мы тоже туда не едем. А ну, билеты да, можно сдать? Лен, билеты Васи можно давай сдать? Билеты сдадим. Кстати, у нас еще билетов-то и нету. Да, кстати, ты знаешь, что я сказала? Что билеты будут только за день, если они будут. Ну, как обычно. Нет, они будут, просто это рейс, который могут сдвинуть. Если сдвигается рейс, тогда мы проводим тренировку. Спасибо, Брон. Домодедово. Или Капс, Пышан Босс. Спасибо. Потому что, блядь, не Египет, почему ни Турция, ни, нету. А куда зимой поедете? Почему Таиланд? Всем привет из Сан-Диего. Сан-Диего, крутяк. Вау. Был недавно в Сан-Диего. Очень понравился. Ай, привет, Миш. Ага, знакомые, смотри. Вы... Желтые лайки пошли. Привет, пишите бразерс большими буквами. Что из Тая привезете? Сейчас все лечит, можно все привозить. Позитив. Дима сказал, все лечит, можно все привозить. Фу, Дима, вы это пошлый ужас. Ты знаешь, со своими шутками. Шпаг затмит Васю. Да нет никаких, мне кажется, соревнований, е-мое. Вася просто был такой неординарный персонаж. Единственный. У нас Ригерт, говорят, есть. Не, на этих тайских каникулах очень много неформалов, поэтому. Флаг уже упаковали в Таиланд. Флаг в сумке уже. Кстати, Димон, а что ты берешь? Елку? Да? Это секрет, что я беру. Ладно. Григорий, не забудь. Ну. А почему? Ну, в другом месте мы сделали все правильно. Нет, на Пхукете, да. Надо же менять картинки. Нет, идея тайских каникул в том, что так или иначе все равно
русские люди, они поют в Таиланд, какая ситуация бы ни случилась, блин, они все равно, кризис, не кризис, в Таиланд едут все равно люди на Новый год, поэтому... Что танцевать? С кем оставляете свою дочь? С родителями моими? И ни в коем случае в новогодние каникулы, если у вас есть дети, сестры маленькие или братья, не водите их на большие тусовки, там, где много людей. Я тебя специально заставляю мои футболки носить? Нет, да просто у него нет больше... А он мне свои не дает, он сегодня принес какую-то футболку себе сделал, блин, не дает мне футболку. Ты что это прибедняешься? Что, не дает он мне футболку, он сказал, у него единственная. Я ему заказал, покажу на это. Да, прикольная футболка. Я покажу. А низкий поклон футболка будет тебе, то что ты будешь на обложке журнала. А футболки-то все равно нету. Иди все в полуамплитуду делай. Какой там переспали с друг с другом? У Клокова есть Клоков. У почему есть друг друга? Вы о чем? Там написали, главное, что там не там переспали, с переспали друг с другом. Очень умный комментарий, блядь. Дмитрий Цуков. У вас есть татуировки? Нет, у меня татуировок. Григорина не любит. У меня была бабочка одна, но она заставила. Григорина заставила удалить. Она улетела. Эта бабочка улетела. А, пересрали, звездочку переспали. Прям не переспали. А, пересрали. Это будет, это будет 100%. Я же интригант, ё-моё. Самое главное, что плохо. Кто вам вообще репринты рисует? Разные люди. Бабочка была. Не была бабочка, я пошутил. Да пошутил я, какая нахер бабочка, ты чё? Какая нахер бабочка? Ты так скажешь, потом не отмоешь. Да-да-да. А они же любят это, знаешь, вырывать из контента. На соске. Да, потом это на соске у Лены. Давайте в соске, Лена, всё. На соске была бабочка. Чё ты пошлишь? Я вообще молчу уже. Там вон, 80-50. Уже желтые какие-то сердца пошли, блин. Хорошо, что не черные. Ребята, Дмитрий вы... Бабочка Клоков, бля. Мне кажется, что... Сонные уже. Ну, конечно, время да. Сколько уже. Ну, это весело, да, это весело. Кажется, ребята, да. Спасибо вам большое за позитив и за все ваши вопросы, за то, что вы были сегодня с нами. Нам это очень приятно, хотя мы еще не в перископе, но надеюсь, что в ближайшее время и Шанькин тоже там появится. Все. Я уверен, что благодаря этому перископу Ишанькин и завтра подключил свой перископ. И, собственно, для этого мы сюда и подключили. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока. Пока.